Первая ярмарка вакансий, организованная торгово-промышленной палатой Ленинского района, стала долгожданным событием как для предприятий нашего муниципалитета, так и для людей, находящихся в поиске на рынке труда. Именно здесь есть высокие шансы найти, может, и не работу мечты, но достойное занятие в интересуемой сфере. Причем практически в пешей доступности. Цель и, в принципе, подвозом, к которому мы идем, это хорошая работа рядом с домом. Она рассчитана на людей, жителей района. На данный момент у нас порядка 100 вакансий от 15 компаний. И выбор специальностей весьма широк. От самых простых до инженеров и главных бухгалтеров. Действительно, на любой диплом. Примерно половина пришедших на ярмарку – люди уже трудоустроенные. Причины, по которым они решили сменить работу, самые разнообразные. 26-летняя Дарья Шемилкина фактически в начале трудового пути. Проработав 2 года по основной профессии, девушка поняла, что это не ее стезя, и теперь она хочет кардинально изменить вектор своей карьеры. Это не по специальности, хочу что-то другое. Я экономист и бухгалтер, хочу что-то такое более с коммуникациями связанное. С людьми общаться. Я нашла, думаю, то, что хочу, и уже пусть меня рассматривают. Главное преимущество такого способа поиска работы перед традиционным – это возможность прямого общения. Соискатель на месте узнает все нюансы предлагаемой вакансии. Работодатель может сразу провести собеседование. Иногда в процессе диалога стороны приходят к неожиданным решениям. Например, претендент прямо в ходе заполнения анкеты на одну специальность тут же решается попробовать себя и в другой. Благо предприятие предоставляет такую возможность. У нас очень большой дружный коллектив, который готов помочь освоиться новым сотрудникам. Есть много профессий интересных, которые можно освоить с нуля. И дальше уже, работая на производстве, улучшать свой уровень. Вместе с тем, по результатам проведения ярмарки выявилась тенденция нехватки высококвалифицированных специалистов. Есть большая нехватка в узких специалистах, особенно по сложным направлениям. Это и технологи, это и инженеры по определенным направлениям. Вот это очень важный момент, потому что приезжают новые люди, и предприятиям очень важно среди новых жителей найти этих узких специалистов и взять к себе на работу. В ближайшем будущем организаторы планируют проводить ярмарки на регулярной основе, 1 раз в 3 месяца. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин и Ольга Садовская. Видное ТВ.